Всем привет! И сегодня на канале «В стране чудес» я вам покажу самый лучший способ формировать фрикадельки. Для этого понадобится любой кулинарный мешок. Либо вот такой силиконовый, либо одноразовый. То и другое, в принципе, можно купить на AliExpress, либо ищите в хозяйственных магазинах вашего города. Берем кулинарный мешок, берем фарш, накладываем в кулинарный мешок. Так, весь наш фарш. Так, вот так. И вот так. Также очень важно, какого размера будут ваши фрикадельки. Совсем малепусенькие, либо побольше. Для этого можно отрезать носик у кулинарного мешка, как вам будет нужно. Мне вот такого размера будет достаточно вполне. Сейчас покажу для примера. Вот так вот просто выдавливаем. Вот так вот отрезаем наши фрикадельки. Они падают в суп. Вот так просто делаются фрикадельки. Кулинарный мешок, ножницы. У вас чистые руки и крепкие нервы. И очень вкусный суп с фрикадельками. Вот такие замечательные фрикадельки получаются. Как обычно, всем желаю приятного аппетита, мира и добра. И пока-пока!